Контора рыба колхоза «Дружба». Продолжается. Половина лимита взяли, еще половину надо. Хорошо выручают фермачи, блин. За долги рыбу отдаем. Да, МРС сдают рыбу для дальнейшей обработки. МРС сдают рыбу для дальнейшей обработки. Здрасте. Ой-ой-ой-ой-ой.
Очень крупная рыба. Все в ожидании разгрузки. Машины пока нету. Сегодня 17 января 2023 года. Вот, идет уборка, приемка на ваге МРС-ок. Сегодня 32 градуса, очень холодно. Вот. Уже бригада делает шарошку, вот, замораживает рыбу. Завтра бригады будут обрабатывать эту наварку. Идут крещенские морозы. Сегодня 32 градуса. Приемка рыбы закончилась, а теперь рабочие ее шурудят, чтобы она лучше подмерзала. Она еще не замерзшая и очень трудно поддается. Вот такой труд на путине. Тяжелый труд. Тяжелый труд.
Крупная, крупная рыбочка. Идет приемка рыбы. Вот так ее делают, а потом шурудят. Потом сваливают кучи, и бригады убирают уже замороженную рыбу. Сегодня 32 градуса мороза. Люди, такой мороз работает. Это ихняя работа. Идет путина в рыбоколхозе «Дружба». Пальцы стынут. 32 градуса мороза. Крещенские морозы. Путина 23-й год. Морозы давят, а мы крепчаем. Вы сегодня разгрузились? Разгрузились. Сколько было рыбки? Полные. Много, да? Много, очень. Ой. Морозы давят, холодно работать. Но мы крепчаем.
Вы на кране сегодня? Да.